Здравствуйте, коллеги! Приветствую вас всех на своих обзорах «Актуальные тренды Wall Street». Здравствуйте все, кто только к нам постепенно подключается. Итак, для начала давайте уточним состояние нашей связи. Слышите вы меня, видите, если все у нас отлично со связью, со звуком, тогда, пожалуйста, отпишитесь. Вот я смотрю на экран, который впереди меня стоит. Индикатор мне показывает, что звук идет. Опять же, если звук у вас также есть, в том числе, пожалуйста, дайте знать. Вот, пока запускаю терминал, жду вас, ваших сообщений. Также дополнительно напоминаю, что лучше всего заходить в своих личных кабинетов, да, на нашу трансляцию, чтобы вас не выбрасывало во время эфира, и была возможность оставлять комментарии, свои мнения и прочее. Напоминаю, ну, что в целом любые ваши мнения, комментарии и различные там суждения о рынке всегда можете высказывать, то есть я рад с вами общаться, да, чтобы у нас не было так, что я только один рассказываю, да, а вы молчите. Поэтому если есть какие-то идеи, мнения, конечно же, отписывайтесь, буду рад со всеми вами общаться. Вот, для начала ожидаю ваших сообщений. Вижу, в чате написали. Здравствую, приветствую всех, кто отписался. Итак, можем начинать. И тогда переходим с вами на рынок и смотрим, что у нас есть на текущий момент. Итак, доллар у нас на этой неделе успешно пробивает все свои максимумы. Да, сегодня мы все же смогли покорить предыдущую вершину, которая была сформирована ранее, мы ее успешно пробили. И сегодня будет, я думаю, скорее всего, проходить у нас закрепление выше этой вершины. То есть после этого закрепления уже можем говорить о том, что да, доллар набирает силы, доллар постепенно идет дальше вверх. То есть у нас был с вами ключевой уровень, можно так сказать, уровень данных пиков. То есть мы видим, что мы его успешно пробили. На прошлой неделе выше этого пика мы пробраться не смогли. Да, новости по ФРС нас толкнули вниз, да, и в целом неделю закрывали мы в отрицательной зоне. На этой неделе мы видим с вами, что эту зону мы успешно тестировали два раза, начиная с даже три раза. То есть у нас был подход во вторник, в среду, четверг, и в пятницу мы успешно уже эту зону пробиваем и идем с вами дальше вверх. То есть видим, постепенно происходит закрытие выше нашей ключевой зоны, зоны вот этих вот максимумов, которые ранее не могли пробить. Наш с вами уровень 10.65 мы успешно преодолели и сегодня закрепляемся выше него. То есть в целом, если рынок будет до сегодняшнего дня оставаться выше этой зоны, то есть можно говорить о том, что доллар уже постепенно начинает набирать обороты на повышение. Опять же, видим, более-менее хорошая структура движения есть у нас у доллара. Видим, каждый минимум последующий он выше предыдущего. В целом дни у нас закрываются достаточно в положительной зоне. Давайте посмотрим. Вот, практически начиная с, ну, вот, с 2 февраля, да, у нас практически каждый день идет на повышение. Да, бывает ситуация, когда мы показываем коррекцию, но в целом, не видите, у нас беленькие, да, такие бары идут. Это означает, что у нас идет повышение и постепенно мы движемся вверх. Тут никакого субъективизма нету, вы сами видите, что каждый день у нас все время идет на повышение. Сразу же после коррекции мы выходим дальше наверх. Естественно, исходя из этого, можно говорить о том, что тренд у нас идет на повышение по доллару, и мы будем с вами присматриваться к покупкам доллара. То есть постепенно мы ползем с вами вверх. Ветер в микрофоне. Возможно, у меня стоит сейчас, давайте посмотрим. Так, секунду. Высокая чувствительность, возможно, стоит у моего микрофона. Так, секунду. Так, я сделал более низкую чувствительность, у вас теперь ветра не должно быть. Если в целом со звуком все хорошо, пожалуйста, Виталий, отпишитесь, да, чтобы я понимал. Возможно, у кого-то также эта проблема возникала. Так, давайте микрофон повыше туда перемещу. Так. О, все, норм. Да, у меня стояло усиление, получается, раньше был другой микрофон, там плохо было слышно. Все, переместил. Так, отлично. Теперь, думаю, меня лучше стало слышно. Итак,
Наши максимумы мы с сегодняшним днем успешно протестировали. Вчера максимально близко к ним подошли. Как видите, уже на закрытии сессии вчерашней упирались, да, вот в эту плитку. Сегодня мы ее успешно пробили и уходим вверх. То есть проходит у нас закрепление. То есть в целом это может говорить только об одном, о том, что доллар постепенно набирает у нас силы и начинает постепенно карабкаться вверх. В нашем случае мы должны присматриваться к покупкам доллара. Давайте посмотрим, в каких валютных парах это будет наиболее оптимальным образом можно будет реализовать, да, и от каких уровней будет оптимальный вариант для того, чтобы, собственно, доллары купить. Соответственно, переходим на евро-доллар. У нас с вами ранее была сформирована вот такая ключевая зона возле уровня 0.66-0.67. Давайте подтяну, вот, 0.67. Возле этой зоны мы также несколько дней боролись с ней, бились в нее, да, и уже на азиатской сессии эту зону мы успешно пробили. Соответственно, когда мы эту зону с вами пробили, мы дальше полетели вниз. Я думаю, ну, здесь и так все понятно, да. То есть пробили уровень, уходим вверх. Я для вас сейчас нового ничего не открыл. Ранее с вами отмечали уровень 0.6, как такой более-менее, от которого мы можем оттолкнуться. К нему мы сегодня подошли. Вот видим такой небольшой отскок, да, внутри дня. То есть в целом пока что я, конечно же, приверженец того, что евро стоит продавать. От первой зоны, от которой можно было бы присмотреть продажу, сейчас это уровень 1.0.72.2, то есть уровень 0.7.22, давайте его отметим. Вот он у нас здесь ранее был отмечен. Это первая вот наша цель, при коррекции которой я бы присматривался бы к продажам. Опять же, я понимаю, что очень высоко цена, да, в данный момент находится, но это один из такой более-менее адекватных уровней, от которого можно было бы продать, то есть более позиционно. Опять же, в моменты, когда мы находимся так низко, то есть не факт, что мы дойдем, да, к этому уровню, но если мы увидим с вами коррекцию, от этого уровня в целом можно будет и продать. То есть это будет более позиционная сделка, такая консервативненькая, то есть то, что в целом, ну, я более-менее уверен, да, вот в этой позиции, в этой сделке в частности. Если, к примеру, эту цену не дают, можно использовать ранее сформированный уровень, от которого мы вчера успешно бились головой, да, и успешно пробили. То есть мы помним с вами с основ технического анализа, если уровень у нас поддержки какой-либо формируется, и мы его с вами пробиваем, да, то этот уровень поддержки становится уровнем сопротивления. Поскольку это более, так сказать, биржевой уровень, мы ранее с вами говорили, и даже в чат мне некоторые коллеги писали о том, что здесь там собран огромный там объем опционов, да, в частности, вот он успешно у нас, видим, держали этот уровень. Возможно ли применить постулаты технического анализа к биржевым уровням? Отчасти да, отчасти нет. Поэтому сразу же говорю вам о том, что внутри дня, да, можно использовать, можно посмотреть продажу. Но более позиционно, конечно же, я бы присматривался от уровня 0.72 к тому, чтобы заходить в сделки на продажу. 0.72.22, вот даже он немножко выше у нас находится. Вот наш с вами уровень. То есть вот на этой области, опять же, те, кто любит опционные уровни. Так, стоп, давайте я уберу лишние линии, потому что можно запутаться, да. Я сам, когда иногда открываю график, я немножко путаюсь. Так, давайте очистим, стоп. Я удалю лишние индикаторы. Вот, все, более чистый график сделаем. Итак, исходя из текущей ситуации, ну, позиционно два варианта, да, реализации сделки я вижу. Первое — это от ближайших минимумов, максимум, вернее, которые у нас сформировались, находятся они у нас на уровне 0.7. Вторая зона, от которой можно продать, это уровень 0.72. Как видим, эти уровни примерно припадают на наши минимумы, которые были по доллару, уровень 100.11. Опять же, если доллар туда будет корректироваться, к этой зоне, да, можно присмотреться к покупкам. Но не факт, что, конечно же, вот прям завтра, послезавтра, вернее, в понедельник, вторник дадут эти уровни. Но если эти цены будут давать, от них можно продаться. Опять же, вот эти верхние уровни мы будем постепенно удалять, потому что мы очень далеко от них откатились, да, и ожидать, что цены дойдут к ним, ну, я думаю, не стоит. Поэтому, если у нас будет какой-либо откат, хотя бы вблизи
0,7 фигуры, можно было бы, конечно же, попытаться сформировать позицию на продажу. До этого позиционно не вижу сделки. Внутри дня можно ранее сформированный уровень поддержки, который мы успешно пробили, использовать для формирования сделок на продажу. Опять же, напоминаю, что актуально было бы сделать разметку по волатильности, да, и от нее работать. То есть вы отмечаете цену открытия, от нее чертите границы, измеряя просто, к примеру, там в пятницу актив проходит порядка там 80-90 пунктов. Вы отметили это расстояние и для себя лично понимаете, в каком диапазоне мы торгуемся, где можно покупать, а где пока что покупать не стоит. Ну, более-менее понимаете, где внутри дня мы находимся. И исходя из этого, уже при подходе к уровню принимаете решение, то есть есть ли у нас потенциал падать, либо нет. Если, к примеру, ранее отмеченный уровень у нас с вами находится прям вот возле, мы, к примеру, смотрите, открываемся прямо возле нашего уровня, вот как это у нас было сегодня, да, то есть вы понимаете, да, мы находимся возле вот уровня 0.6, мы его вроде бы немножко прокололи, закрылись чуть-чуть ниже, да, медвежий сигнал, но уровень, в принципе, видите, у нас отрабатывался и бился, да, вы просто делаете разметку по волатильности и понимаете, что, ну, можно было бы откупить от этого уровня, да, но риски того, что мы пойдем, ну, как бы 50/50. То есть, да, есть шанс откатиться, но есть шанс то, что тренды продолжатся. Тренд может продолжаться, и вы сразу же по границам волатильности, которые вам рисует авточертист, то есть открываете авточертист, анализатор волатильности, напоминаю тем, кто первый раз, да, нас смотрит и изучает, заходите в авточертист, смотрите, так, опять сейчас зайду, секунду, капчу введу, делаете разметку и понимаете, так, значит, на сегодня диапазон у нас следующий, к примеру, ну вот, вот у нас диапазон, вот, мы открылись, красная зона, где мы открывались, синяя зона максимум, это зона минимум, соответственно, если, к примеру, мы пошли вниз, то самая предельная цена, которую актив может дать за эту сессию, ну, вот составляет, к примеру, цена 0.6.10. Соответственно, вы понимаете, что ну куда нам уже дальше падать, либо дальше расти, да? И если мы подходим к этой зоне, да, естественно, если у вас есть сигнал на покупку, его можно использовать, и вероятность того, что он отработается, намного выше, чем вы, к примеру, сделаете сделку здесь. То есть, опять же, волатильность, статистика будет на вашей стороне. Как это делать, я более подробно объясняю на курсе по авточертисту. Сегодняшняя неделя, пятница, видите, у нас третий по волатильности день. Как видите, разброс такой, один из самых маленьких. В среднем волатильность в пятницу составляет 80 пунктов. То есть, открывая авточертист, вы понимаете, ага, за день мы показываем движение на 80 пунктов. Соответственно, вы отмечаете данную область. Отмечаете цену открытия и от нее 80 пунктов вниз. Чертите. Так, 80 пунктов вниз. Ну, это где-то вот предельная зона 0.5735. Это тот уровень, к которому мы максимально могли бы за сегодняшний день спуститься. И понимаете, ага, если здесь есть какой-то уровень, и я, к примеру, хочу от него купить, да, вы понимаете, что риски у вас, ну, как минимум, еще 40 пунктов. То есть еще 40 пунктов движение стабильно может продолжаться. Да, и очень часто оно и продолжается, да. Поэтому вы сразу же делаете разметку это и понимаете, да, где вы находитесь. Да, вы находитесь в отрицательной зоне. Да, здесь интересно смотреть покупки. Да, против тренда. И вы сразу же понимаете, а насколько сильно против тренда я могу просесть. То есть, к примеру, если в этой точке покупать, да, вот прямо сейчас, в текущих уровнях, вы должны понимать, что в целом по статистике вы можете еще просесть порядка на 54 пункта. То есть, ну, в среднем, да, такое движение может быть. Да, конечно же, могут быть дни, когда актив покажет и 70 пунктов движения, и на этом мы как-то закончим свое движение. Но для этого просто все измерить, просто отметьте 70 пунктов, и вы увидите, да, что даже вот с текущих уровней просаживаться еще есть куда. То есть, но 70 пунктов это порядка цена 0.583. Мы сейчас торгуемся 0.62,5. То есть до уровня 58 еще тоже также 40 пунктов. То есть либо 50, либо 40 пунктов. Ну, как минимум, риски есть того, что тренд продолжится, и мы будем дальше сидеть, ну, в просадке. Поэтому здесь, как бы, ну, реально откат может быть только от этого уровня. Да? Если просто, ну, вот, не принимать во внимание какие-либо другие там ситуации, формулы, значения и прочее.
Соответственно, делая сделку по разметке волатильности, вы понимаете, да, насколько сильно вы еще можете откатиться вниз. На этом как бы вот такую вот рекомендацию я могу вам дать по проведению всех наших с вами сделок. Естественно, резюмирую по евро-доллару, присматриваюсь к продажам внутри дня. Покупка, ближайший уровень это 0.1.0603. Давайте его отметим, то есть это более-менее такая вменяемая зона, от которой можно присмотреться к покупкам. Опять же, покупки я рекомендую вам делать только внутри дня, отскоки небольшие, с небольшим стопом можно попытаться сделать. Для того, чтобы использовать этот уровень позиционно, я, конечно же, потенциала в нем не вижу. То есть я думаю, что тренд у нас продолжаться будет, идти дальше на понижение, и мы успешно этот уровень сможем пробить. Поэтому этот уровень я рекомендую вам использовать при торговле внутри дня. И отбиваться мы будем от него именно внутри дня. Его нужно использовать небольшие тейки и небольшие стопы. То есть не надеяться на какую-то там феноменальную прибыль. Так, а позиционно, конечно же, ожидаю более хорошего отката и от уровня там хотя бы 1.07, да, уже начинать продавать. Так, следующий. Опять же, если я увижу более какую-то хорошую сделку, я думаю, я опубликую ее в своем профиле на TradingView. Если есть желание, могу его отправить вам ссылку в чат, да, посмотрите, комментируйте, буду рад с вами общаться. На TradingView есть как раз таки возможность там даже чаты создавать, то есть можем с вами общаться, делиться мнениями и прочими. То есть не только в разрезе наших там эфиров, а также в ключе от того, что вот так вот в онлайне 24, ну, в то время, когда я на работе, да, можем с вами общаться. Так, естественно, шагаем дальше. Так, следующий наш актив – это валютная пара доллар-иена. Постепенно также мы шируем за долларом. Растем, движемся вверх. Вот этот вот импульс, который у нас был, вот, открылись мы сегодня здесь по цене 13.23. Успешно дальше движемся вверх. Сегодня доллар также пробивает свой максимум, небольшую коррекцию показывает. Ну, по доллар-иене, что я могу сказать? В целом, да, тренд идет у нас на повышение, постепенно стремимся вверх. Что интересно, ну, я думаю, покупки проводить можно будет от уровня 13.23, то есть на какой-либо коррекции хорошей, да. Внутри дня видим, что у нас какая-то вот небольшая полочка здесь сформировалась. Давайте посмотрим на 15 минутку, как мы себя ведем. Да, вот какая-то вот зона поддержки небольшая у нас здесь есть. То есть в ближайшее время, думаю, этот уровень будет удерживать 113.4. С него можно также присмотреться к покупкам. Опять же, все во внутридневной торговле, безусловно, зависит только от динамики индекса доллара. Если индекс доллара будет расти и двигаться вверх, тогда, безусловно, шансы у доллар-иены остаются. Если вы видите стремительное снижение по индексу доллара, ну, естественно, надеяться на то, что доллар-иена будет стоять на месте, ну, не стоит возлагать такие надежды. Помимо этого, там у Трампа и премьер-министра Японии также намечается встреча. Я точно не помню, в какое время у них будет разговоры, так сказать, посиделки за чашкой кофе. Вот, в целом, я думаю, если будут какие-то ошеломляющие данные после этой встречи, ну, это может подлить волатильности в данную валютную пару, и какие-либо более сильные движения могут быть по ней. Поэтому на текущий момент, опять же, если будет какая-то там стремительная новость, ну, безусловно, наш уровень, ну, не сможет себя отработать и удержать, да, весь накал страстей, поэтому всегда ставьте стопы, оптимальный вариант их установления – это от авточертиста, то есть при подходе к данной области вы добавляете на график авточертист и смотрите, где границы волатильности. На 15-минутном таймфрейме, либо на 30-минутном таймфрейме. Соответственно, делайте себе разметку, добавляйте на график советник, и он показывает, где оптимальным образом можно, собственно, зайти и выставить стоп. После этого, когда разместите приказ, в целом ну, можно высиживать сделки и ожидать уже какой-либо дальнейший рост. Так, то есть по валютной паре доллар-иена позиционно ну, первый уровень, от которого можно присмотреться к покупкам, находится вот уровень у нас идет 113.1-113.2. Это первая область, вблизи которой можно присмотреться к покупкам. Опять же, все внимание на доллар, как мы будем вести себя на закрытие рынка. Давайте посмотрим, по какой цене мы открывались на сегодня. Так, открытие у нас было по цене 100.7,
где-то примерно. Да, не будем столь 100.66. По этой цене мы открылись. Как видим, мы очень близко к ней начинаем подходить. Видим, что внутри дня мы делали небольшой такой рывок вверх с области 100.74. От нее мы уходили вверх, видим, подошли к ней мы сегодня опять, сейчас, в данный момент, и успешно толкаемся, бьемся вблизи этой области. То есть, опять же, если будет здесь присутствовать какой-либо спрос, да, на доллар, и будем видеть о том, что доллар, да, все-таки идет вверх с данной области, вот первый отскок он делает от нее, да, можно говорить о том, что доллар-иену внутри дня можно лонговать, да, вот прям вот с ближайших уровней, которые я вам отметил. Если такого упорства доллар не будет проявлять и будет вблизи этой области, конечно же, скатываться, опять же, смотрите, как это, на это реагирует доллар-иена. Если на слабость доллара она реагирует, ну, очень спокойно и просто стоит во флете, да, но если в целом доллар-иена показывает стремительные выпады и давление на низ, ну, достаточно сильно проявляется, да, тогда в целом, ну, не рекомендую, конечно же, ее постепенно откупать, потому что может оказаться, что до иена на самом-то деле на текущий день слабая валюта. Поэтому что, какая рекомендация? Следите за за индексом доллара. Если индекс доллара при подходе, ну, до конца дня, успешно выдерживает область 100.74, да, и успешно держит этот уровень, хотя бы там на протяжении, ну, там, 20-35 минут удерживает успешно этот уровень, и от него не откатывается, тогда, я думаю, сделки можно закрывать и выходить с доллара. То есть, как минимум, если есть подход к такому уровню, то в течение 20-25 минут мы должны от него откатываться. Поэтому длинная торговля здесь должно происходить все намного быстрее. Если этого не происходит, данного события, вы не видите никакого экшена, тогда, конечно же, лучше со сделки выйти, потому что, скорее всего, и этот уровень пробьют. Поэтому такие уровни, они должны отрабатываться достаточно быстро. В частности, если вы торгуете внутри дня. Поэтому, если видите подход к данному уровню, видите, что примерно во время вы попадаете, можно постепенно откупать валютную пару доллар-иена от уровня, который я вам указал. Так, шагаем дальше. Фунт. По фунту отметил для себя ближайшую область, от которой можно было бы продаться. Уровень у нас 1.2623. Мы перемещаемся немножко выше. Вот наша с вами область, где можно было бы присмотреться к позициям на продажу. Видите, наши уровни находятся значительно на далеких расстояниях от текущей цены. Поэтому лично я и покупки не вижу в связи с этим, потому что находимся достаточно высоко. Если у вас есть какие-либо другие мнения, да, по поводу уровней на фунте, мы можем их отметить, мы можем обсудить их в частности. Так. Посмотрел в чате, все у нас тихо. Если есть какие-то зоны, потому что, ну, ближайшие зоны я вижу достаточно высоко. Если у вас какие-либо другие мнения, высказывайтесь, буду рад общаться, буду рад выслушивать вас в том числе. Ближайшие зоны я вижу на уровне 1.2623, даже это немножко нужно выше подтянуть, вот. И следующее за ним 1.2660, то есть достаточно высоко, да, поэтому, ну, говорить о том, что могла бы быть у нас какая-то продажа, ну, еще рано. То есть то, чтобы мы дали так резко ход к данному целевому диапазону, я думаю, вряд ли мы в разрезе ближайших там двух дней мы сможем сформировать такую динамику. То есть в разрезе недели теоретически возможно, но практически не факт, что у нас получится, да, поскольку доллар постепенно набирает обороты, не думаю, что мы сможем рвануть так высоко. Сможет ли фунт? Не знаю, под вопросом, конечно же. По покупкам можно присмотреться от уровня 23.79 к формированию более-менее адекватной какой-либо покупочки, да. То есть от этого уровня можно присмотреть покупки, не раньше. То есть если будет покупка, да, то только от уровня 23.79. Если будет к ней подход внутри дня, можно активно лонговать, да, вот как у нас было это ранее, мы отмечали с вами уровень 23.60, был к нему подход, уровень удержали, прям тютелька в тютельку все сошлось, и от него мы успешно откатились. Соответственно, в нашем случае на что стоит ориентироваться? В первую очередь стоит ориентироваться на уровень 23.79. Если к нему будет подход, внутри дня можно присматриваться к покупкам. В
целом, конечно же, по фунту я больше склонен к тому, что мы будем идти постепенно вниз. Технически, к сожалению, не вижу зон, от которой можно было бы продать. Ближайшие уровни находятся достаточно высоко, поэтому сделку какую-либо вот в разрезе текущего момента я не смогу вам порекомендовать. Поэтому либо ситуативно при подходе к какому-либо из уровней мы будем открывать позицию. В случае подхода к более низкому уровню мы можем формировать покупку внутреннюю. Если подход к высоким уровням, тогда, безусловно, продажа. И я больше, конечно же, нацелен на позиционную сделку, на продажу. То есть продажа, конечно же, интересна в разрезе более долгосрочной торговли. Покупка, да, возможно, но не столь бы был бы уверен в фунте со всеми ихними проблемами. Конечно же, внутри дня можно сделать покупку, но не на дольше. То есть больше я в фунт, конечно же, не верю. Поэтому, если будем достигнут какой-либо из уровней, можно формировать покупки в ту или иную сторону. Так, следующий наш актив – это австралийский доллар. По австралийскому доллару мы постепенно набираем вверх, да, обороты, даже несмотря на то, что доллар у нас активно показывал на сегодняшней сессии рост. Да, как видим, дальше он продолжается. Доллар заряжен на позитив, да, на все текущие недели у нас. В плюс мы сегодня, думаю, день в том числе будем закрывать. Плюс порядка 20 пунктов. Да, вы скажете немного, я скажу, что лучше потихоньку, но уверенно, да, как это показывает доллар. Динамика австралийца в целом, как мы видим, ну, не очень, так сказать, радужная. Да? Почему? Потому что австралиец показывает еще сильнее результаты, чем доллар. То есть мы выстреливаем на открытие Америки. Вот видим, в 16.00, даже где-то примерно в 16.30, да, в 16.30 на открытии Америки австралиец у нас дает жару и начинает постепенно идти вверх. Но тем лучше. Я, конечно же, не склонен говорить о том, что австралиец самая сильная валюта на данный момент. Да, показывает хорошие результаты, да, показывает хорошую динамику, да, идет вверх, но... Я считаю, что австралиец, конечно же, не сможет бороться с тем с силой доллара, которая будет, ну, реализована в дальнейшем. Поэтому здесь, конечно же, я бы присматривался к продаже от уровня 0.77. Как видим, наш ранее технически сформированный уровень, мы успешно в него бились. Я вам его ранее рисовал, уровень 76.1. Успешно вблизи него торговались, бились в этот уровень и от него все же успешно откатились, и дальше вот вверх мы идем. Потенциально, куда мы можем расти, это уровень 0.77. То есть к этой зоне, к этой цели мы, я думаю, постепенно будем двигаться, а от нее уже будем присматриваться к продажам. Кто уровень этот использовал в внутридневной торговле, как видите, он у нас хорошо отрабатывался, даже на протяжении последних наших с вами дней. То есть мы его отмечали еще ранее. Вчера также я его отмечал, говорил, вот смотрите, видите, технически мы отталкиваемся. То есть технически внутри дня в целом хорошо, супер, классно мы отработались. Сможем ли мы расти дальше? Я не уверен. Я бы, скорее всего, был бы склонен говорить о продажах. Продажах от уровня 0.77. Покупки, ну, уровень этот сохраняется в связи с таким импульсом наверх. Покупок более внутри дня, конечно же, я бы не вижу, к сожалению. То есть внутри дня наш уровень в целом отработался. В дальнейшем больше смотрю на продажу австралийского доллара. Следуем дальше. Так, наш ближайший уровень 0.30 мы успешно прокололи сегодня. Да, но вот этой силе доллара постепенно золото не может, конечно же, показывать такие феноменальные результаты, как австралийский доллар. Ну, по золоту я, ну, если честно, оптимистично настроен, да, я считаю, что золото будет у нас постепенно дорожать. Конечно же, вот сила доллара, которая сейчас проявляется, сложности золоту, безусловно, добавит. Сказать о том, что, ну, золото вот так вот просто без каких-либо там сложностей сможет бороться с долларом, я думаю, не стоит. В связи с этим... В целом, какая ситуация, смотрите, по золоту у нас формируется. То есть золото в целом, я считаю, также смотрит у нас наверх. То есть среднесрочно мы больше, ну, идем наверх. То есть мы стремимся вверх, 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 дальше потенциально к росту мы идем. Но что,
какой камень преткновения в этой всей ситуации возникает? В первую очередь это доллар. Смотрите, мы не можем расти по доллару, да, показывать рост. И в тот же момент по золоту показывать динамику на повышение. Что-то должно одно падать. В нашем случае, я думаю, конечно же, золото будет более слабее, чем доллар. И в моменты, когда доллар будет показывать силу, да, будет постепенно подниматься выше и выше, золото постепенно, ну, естественно, будет просаживаться. Поэтому, что можно здесь реализовать? Я считаю, что золото — это один из самых потенциальных активов именно на покупку. То есть в моменты, когда доллар у нас будет показывать какую-либо слабость, можно ее отработать именно как раз в золоте. То есть если мы с вами увидим уровень, от которого можно было бы наш с вами доллар продать, да, к примеру, откроем индекс доллара и посмотрим, что ага, ну, к примеру, там условно, да, от уровня 101.65, к примеру, можно произвести продажу. Окей, дождались этого уровня, по какому активу лучше всего это реализовать? Ну, я думаю, по золоту самый оптимальный вариант будет. То есть золото будет одним из самых лучших бенефициаров как раз-таки падения доллара. То есть когда доллар будет падать, золото это лучше всего отыграет. В нашем случае, безусловно, мы в текущей ситуации, я думаю, скорее всего, будем свидетелями флета по золоту. То есть в моменты, когда доллар растет, то есть давайте посмотрим в разрезе текущей недели. Текущая неделя у нас открылась число 6 февраля. Вот, 6 февраля. Смотрите на динамику индекса доллара. С 6 февраля, вот, текущую неделю, вот, мы торгуем в плюс, видите? Все эти дни мы стремимся вверх. В нашем случае золото, давайте посмотрим, как торгуется на протяжении всей текущей недели. Оно также, ну, не так, конечно же, ярко, как бы хотелось, да, но в целом все равно также закрывает неделю положительно. То есть вот мы открылись, цена открытия у нас 12.20. Да, безусловно, доллар отразился и видим яркий свидетель того, что да, золото немножко потерпело, да. Но в целом оно также закрывается в плюс. То есть, несмотря на все остальные активы, если мы посмотрим, евро просел. Вот, 6 февраля у нас началось. Евро просел. Вот, евро ушло вниз. Японская иена также уже не смогла справиться, да, с давлением и также откосилась, да. То есть, тоже показал определенное снижение. Вот, мы открылись, видим, закрываем неделю по иене минус 100 пунктов. То есть плюс по валютной паре 100 пунктов. Фунт, смотрим, где неделю открывал и где неделю закрывает. Вот фунт. Фунт в нуле торгуется. Вот фунт у нас торгуется в нуле. То есть так. Так, вот. Вот фунт торгуется в нуле. То есть с чего начали, к тому и пришли. Австралийский доллар, ну, также ни вашим, ни нашим. Стоим во флете. Ни туда, ни сюда. Вот, мы начали. Немножечко просели, совсем чуть-чуть. Золото в этом случае плюс определенный показывает. То есть все валютные пары либо показали минус, либо показали ноль. Золото в разрезе текущей недели показывает рост. То есть даже несмотря на то, что, ну, в глобальном мы видим, что доллар на текущей неделе подорожал порядка на 120 пунктов, да, то есть с цены 99.69 мы показали рост на одну фигуру, да, то есть в целом достаточно большое значение для доллара, то золото также показывает рост. Да, этот рост незначительный, да, он не такой большой, как хотелось бы, да, но в целом это плюс, то есть это, ну, показывает и говорит о том, что золото, да, мы яркую картину видим, да, что золото пытается бороться. То есть, да, оно растет сильнее, чем падает. Даже несмотря на то, что оно падает в течение там одного дня, да, растет оно лучше все-таки. Поэтому глобально, конечно же, можно присматриваться к покупкам. То есть мы видим даже вот в разрезе текущей недели, что золото самый оптимальный вариант как раз-таки для продаж доллара. То есть если вы хотите продать доллар, оптимальным вариантом это было бы сделать в золоте. Да? То есть перевести вложение с доллара в золото. А в нашем случае, когда будет ситуация, когда можно будет доллар продать, мы ею воспользуемся. Да? По золоту, я думаю, снижение к 12.14
к 12.30 вполне возможно, да, вот в связи с вот этим накалом доллара. То есть чем сильнее он будет давить, опять же, вот эти уровни, которые мы с вами отмечаем, они будут более ситуативны, да, и чтобы как такие небольшие бенчмарки, то есть ориентиры, на которые сможем с вами взглянуть, для того, чтобы какую-то более сделку более-менее совершить. В целом, на что стоит? Вот эти уровни можно будет использовать во внутридневной торговле. Чтобы добавить что-то больше и сказать, что вот смотрите, можно расторговывать, все супер класс, я думаю, нет. То есть пока у доллара есть топливо для роста, безусловно, у золота не будет шансов, чтобы показывать какую-то хорошую динамику. В лучшем случае мы будем заканчивать неделю с плюсом или во флете просто будем стоять. Поэтому говорить о том, что мы вот с вами 100% здесь заработаем, ну, безусловно, нет. Поэтому в целом покупки в золоте можно производить, но не более чем во внутридневной торговле. Давайте посмотрим, что нам... Так, стоп, откроем... Золото. Посмотрим, что нам золото может показать в разрезе недели. Так, золото. Вот. Как видим, пятница у нас по золоту наиболее волатильная. В целом мы показываем динамику на 16 долларов. Сегодня мы показали только на 9. Мы понимаем, что в разрезе текущего дня, пятницы, ну, мы как минимум могли падать до 12-15. А вот этого уровня, да, уже можно золото откупать. То есть есть какие-либо шансы. В целом, пока что с открытия, ну, не видно, что вот по разметке даже волатильности, чтобы мы показывали какой-то хороший результат. Поэтому на текущий момент, конечно же, я бы присматривался к покупкам золота только в те моменты, когда доллар покажет какую-либо слабость. Сейчас слабости по доллару я не вижу. Ну и в ближайший момент я не буду его видеть. Поэтому в целом эти два уровня могут быть для вас ориентирами, но только для внутридневной торговли. Позиционно здесь, к сожалению, в текущей ситуации можно сделать сделку, но в моменты, когда мы будем входить во флет, очень велика вероятность того, что у вас собьют стоп, и риски, выставлять такой стоп, чтобы его не сбили, будет очень большое расстояние от вашей сделки, да, то есть волатильность очень высокая. Первый вариант — это либо сделку не входить, а если входить, то максимально близко по разметке волатильности. То есть когда вы входите в сделку, вы должны понимать, что в целом мы падать еще можем какое-то расстояние, да, и вы даже сразу же должны понимать эти риски. То есть в нашем случае от открытия мы могли бы с вами снижаться порядка до цены 12-13, то есть 12-12 это как минимум. Сегодня могли бы давать движение. И открывая график, делая разметку, делая сделку, вы должны понимать для себя риски, да, куда мы можем еще ниже спуститься. Так, есть ли какие-либо вопросы по валютным парам, по текущему состоянию доллара? Задавайте, я буду рад ответить. Так, все молчат, все уснули. Так, давайте немножко активизируемся. Я понимаю, что пятница уже... Работать не хочется, рынок постепенно затухает. Так, окей. Движемся дальше. Вкратце дайджест по нашим с вами индексам. Как видим, по индексам мы стремительно движемся дальше вверх на повышение. S&P 500 у нас сегодня сбивает все свои хаи, свой ближайший хай мы также сбили, то есть то, что мы ранее с вами прогнозировали на сегодняшней сессии у нас, даже еще на вчерашней сессии под конец вечера мы это все реализовали, да, успешно пробили свой хай, закрепились выше и дальше продолжаем движение наверх. Какое сегодняшнее движение у нас присутствует в рынке? То есть давайте посмотрим, как мы открывали сегодня сессию и как мы торговались. В 16.30 мы открылись с вами. Видим, какое далее у нас движение было. Опять в 16.30. Так, стоп. Вот. Open price у нас есть с вами. Так. Да, сегодня мы... Давайте на минутки посмотрим, как наш паттерн реализовывался. Так, с открытия рынка мы ни вашим, ни нашим, стоим во флете.
И возле Open Price просто вот ходим в разные стороны. То есть в 17.00, в 16.50 мы к этой Open Price подошли. Естественно, паттерна здесь, как видите, нету. То есть мы и вверх не идем, и вниз не идем. Вот сейчас во время нашего эфира мы очень подбираемся близко к нашей цене открытия. Давайте посмотрим, что у нас по другим индексам, как мы торгуемся по NASDAQ. Что у нас по NASDAQ? Так, давайте посмотрим. 16.30, минуту. Так, вот у нас open price. Вот цена открытия. Ну, также ничего интересного. Как видим, в разносторон, в разнобой торгуемся. В целом, за сегодня с открытия рабочего дня, рабочей сессии, небольшое движение в 10 долларов показали. На этом в целом рынок во флете у нас целый день стоял. То есть, да, небольшие движения показываем. В целом, если будет подход к данному уровню, да, можно присмотреться к покупкам от этого уровня, но с небольшим стопом. Помните, как я учил реализовать данный паттерн? Если формируется подход к данному уровню, в течение там, 20-25 минут, если никакого экшена не происходит, тогда нужно со сделки выходить. То есть паттерн должен отрабатываться максимально быстро. То есть в течение там, 10-15 минут зачастую это и происходит. То есть если больше уходит времени, на 20-й минуте вы должны уже думать, как со сделки выйти, да, и забыть о ней. Потому что паттерн отрабатывается достаточно быстро. Вот, поэтому если нету никакой либо реализации, он и не реализуется. То есть высокая доля вероятности того, что движение просто пойдет дальше. Поэтому в нашем случае смотрите за ценой открытия, смотрите, как она будет реализовываться. Будут ли удерживать данную цену? Я думаю, скорее всего, что да. То есть в целом все дни рынок у нас рос на повышение. То есть, ну, скорее всего, эту цену и будем удерживать. По NASDAQ к цене открытия мы сегодня не достигли. Да. В целом также разносторонне сегодня торгуемся. То есть и вверх, и вниз в целом сильно никуда не уходили. То есть показали снижение на 7 долларов и показали повышение на 6 долларов. То есть в целом ни вашим, ни нашим, стоим просто, можно сказать, в таком флете и больше никуда не двигаемся. Поэтому пока что позиционно, естественно, наши уровни находятся намного ниже. Да, присмотреться к покупкам пока что, думаю, рановато. Ну вот более-менее такая адекватная зона, где можно было бы прикупить. Вот мне нравится вот этот уровень по NASDAQ 22.14. Вот от него можно было бы начинать формировать позиции на покупки, да. Опять же, позиционно с небольшими стопами можно присмотреться от данной зоны к покупке. То есть в целом NASDAQ заряжен на успех, движется вверх. За последнее время по NASDAQ очень хорошую динамику мы показываем с начала года. NASDAQ вырос с цены 49.03 до 52.20. То есть в целом показал 300, так давайте буду более точен, да, 300 долларов движения. Это очень значительно, то есть порядка, так не буду врать, ну 10% это, ну, не показал, естественно, ну где-то процентов 5-7%. Где-то примерно, да. То есть не могу быстро от 4900, да, высчитать, сколько 300 долларов получится у нас. Но примерно больше 5% это однозначно. Показал движение. И это за последние у нас с вами январь и февраль. Да, то есть в целом очень хорошая динамика. Тренд у нас продолжается. Даже вот технически, если проведем линию с вами, видим, что успешно стремимся дальше вверх. То есть в целом рекомендую вам покупать фондовый индекс Америки, будет вам успех. Используя кредитное плечо, вы сами понимаете, насколько этот рост вы можете увеличить. Да? То есть это не 5%, а там 15-20%. Кто каким плечом пользуется, каким объемом заходит и как докупается. Поэтому в целом, видите, мы растем вверх, успешно пробиваем все вершины, поэтому я думаю, это можно использовать для формирования сделок на покупку и дальше. Вот. Так, следующий наш актив – это нефть. Сегодня мы подошли к своей пиковой зоне, которую ранее с вами отмечали. Эту область нельзя как бы пройти возле нее мимо, очень интересная зона для продаж. Я думаю, если у нас будет к ней подход, сегодня вечером в частности, давайте посмотрим, ну да, мы
взобрались в самый верх. Давайте посмотрим по авточертисту, есть ли какие-то шансы дальше у нас на дальнейшее движение по сегодняшнему дню по нефти. Так, время у нас еще есть. Да, время у нас еще есть. Итак, по нефти, в целом нефть на пятницу у нас показывают порядка 1,4 фигуры, то есть $1.40 она дает, да, движение в течение пятницы. Давайте посмотрим. Да, мы дали всего лишь 94 цента. Естественно, движение пока что еще может продолжаться, поэтому если бы сегодня формировать продажи, да, то, конечно же, я бы мог бы говорить о продажах, то есть после где-то того, как мы пройдем хотя бы $1.30, то есть от 54.70 можно присмотреться к продажам. Конечно же, не факт, что вот на закрытие рынка мы дадим этот рост, да, такой. Поэтому в целом, если, конечно же, будем давать, можно присмотреться, но не ранее. Так, отлично. Думаю, вы идею поняли, что с этих зон активно можно присматриваться к продажам. А как это делать? Разметьте рынок по волатильности, сделайте разбивку, посмотрите, где у нас диапазон, куда лучше мы будем смотреть, да, и от этого отталкивайтесь. Соответственно, сделав разметку по волатильности, вы понимаете верхний диапазон, нижний диапазон, и от них будете продаваться либо покупать. Первый уровень я вам отмечаю 54.50, то есть вблизи него можно присматриваться к продажам. Дальше Евросток, у нас наш уровень, который мы ранее с вами отмечали, успешно от этих максимумов своих ранее сформированных отбился. Даже несмотря на вот такое вот успешное движение NASDAQ, да, американских фондовых индексов, Евросток на это не реагирует и показывает противоположное движение. Видим, что у нас сегодня получается. Сегодня мы открылись таким вот гэпом. Свои ранее сформированные максимумы мы как раз таки гэпы мы пробили. На середине сессии торговой мы этот гэп успешно закрыли. Утром смотрел, как торгуется NASDAQ, Евросток, уровень открытия мы совершенно не держали, успешно пытались быстренько закрывать вот этот вот гэп, который был ранее сформирован. Как видим, мы его закрыли достаточно быстро, буквально в течение часа, уже на закрытии первого часа торговли мы этот гэп постепенно начали закрывать. И уже в 10.10 этот гэп был полностью закрыт. Дальше постепенно движение у нас дальше вниз продолжилось. И уже в час дня оно постепенно остановилось, и мы здесь нащупали какое-то более-менее подходящую под описание слово поддержку, да, и возле нее дальше торговались. Этот уровень, я думаю, в ближайшее время будет удерживаться, а вблизи него можно присматриваться к продажам, ранее мы с вами его отмечали, и от него можно формировать, опять же, позиции на продажу. Пытайтесь не сразу с открытия продавать. Как видите, у нас открытие происходит с такими вот гэпами. То есть посмотрите, как он расторговывается, и не прям с открытия вкидываться, да, а немножко подождать. Да. И от него уже после того, как мы дадим какой-то импульс, после того, как мы остановимся, небольшую проторговку покажем, уже формировать позиции на продажу. Так, DAX сегодня также открывался с гэпом. Уровень, видите, мы прям гэпом сегодня пробили, ранее нами отмеченный. Уровень 700, выше него мы опять же пробились. Я вам его ранее вчера отмечал, этот уровень. Какая у нас интересная ситуация складывается по всем нашим фондовым индексам. Получается, фондовые индексы у нас, все наши уровни, которые мы отмечаем, очень часто они пробиваются не просто движением, а гэпом. То есть мы открываемся с огромным гэпом, наш уровень мы не то что пробиваем, мы его просто перескакиваем. И в дальнейшем просто вниз мы торгуемся. Поэтому если у нас такой гэп происходит, опять же весь ориентир на взор, как мы движемся дальше, если видите, что мы находимся вот прямо вблизи уровня и пробили его, то первый вариант это, конечно же, то, что наш гэп с вами просто-напросто будет постепенно закрываться, что в целом у нас и происходит. Как видите, гэпы у нас очень часто закрываются, но в рамках последней недели это уж так точно. Вот мы открылись с гэпом, сразу же его закрыли. Вот пошло у нас снижение, также ранее с вами уровень, здесь видите, выделяли. То есть мы открываемся с гэпом, с небольшим повышением, стремимся вверх, от уровня отталкиваемся, отбиваемся и уходим назад вниз. Смотрим предыдущий день, то есть это было у нас четверг, среда. Открываемся с гэпом, небольшой пик буквально в течение первых 5 минут. Пик назад перекрывается и дальше стремимся вниз. Смотрим предыдущий день, вторник. Опять же, открываемся с гэпом, прям в уровень открываемся, да, показываем снижение. Мы здесь выделяли с вами область, у нас здесь уровень 400 был.
Вот, прям в него открылись и опять дальше пошли на закрытие гэпа. То есть в целом, видим, здесь гэпа у нас не было. Вот, также упирались в наш уровень 600, бились в него успешно. То есть в целом, вот, опять открылись с гэпом. Видите, и гэп до конца дня мы перекрыли. Здесь также вот очень интересно цену открытия удерживали, видите? Вот, то есть можно торговать цену открытия, паттерн, да, либо перекрытие гэпа. Ну, вот единственный день, да, в который у нас гэп не перекрылся. Так, смотрим дальше. Вот гэп, мы его закрыли успешно. Вот гэп, половинку только закрыли. То есть если посмотреть на историю, посмотрите, как часто мы закрываем гэп, да, то есть закрываем ли мы в течение буквально первой сессии. Вот цена открытия, видите, удерживали ее, с первого подхода не взяли. То есть можно расторговать паттерн цена открытия, но здесь маленький гэп, мы его даже вообще не перекрыли, просто полетели резко вверх. Итак, что дальше? Вот также гэп практически перерисовали гэп успешно. Да, понятное дело, не с первой свечки, но очень хорошо мы его закрыли у нас с вами. Итак, давайте движемся дальше. По ибексу ранее тут у нас был уровень очень хороший, вблизи которого мы торговались, 92.93, 92.80. Возле него мы торгуемся уже на протяжении последних двух, даже трех месяцев, да, уже три месяца вблизи этого минимума торгуемся. Успешно от него отталкивался наш фондовый индекс и, как видим, еще раз на этой неделе также оттолкнулся. С вами выделяли максимум, да, вблизи которого можно было присмотреться к продажам. Сегодня был подход к данному максимуму, даже не то, что подход, наш с вами фондовый индекс опять же пытался его перепрыгнуть. Как видим, мы сразу же с открытия его перепрыгнули, ну прям в него уперлись, небольшой импульс показали, такой же, как и все наши с вами активы, и дальше вниз успешно пошли. То есть в целом у нас сегодня по всем нашим индексам был достигнут какой-либо там локальный максимум, да, видим, это было по Евростоку, по DAX-у, давайте, мы уперлись вот в максимумы. Вот ближайшие максимумы, да и вот они находятся, да, ближайшие максимумы, которые ранее были. В них мы уперлись и буквально по всем индексам их оттестировали и пошли на откат от них. Вот ранее также область отмечали с вами, на прошлом с вами. Вот. Сегодня, видите, открылись. Подошли и откат по всем фондовым индексам. Сегодня очень хорошо себя показывал FTSE. Прям вот на открытие рынка, когда все у нас падало, FTSE успешно, FTSE наш, да, словно известный, да, цену открытия очень хорошо держал. Я вот это заметил, сегодня утром смотрел открытие рынка в 9 часов утра. Цену открытия мы очень хорошо держали до где-то 11 часов. Когда уже все начало валиться, вот в 11, да, примерно, вот, все пошло вниз. DAX летел у нас тоже сегодня очень сильно. Давайте посмотрим. Вот, в 10, и мы пошли в 11 уже дальше. До часа мы где-то примерно падали. В нашем случае IBEX также вот снижался. То FTSE очень более-менее хорошую динамику показывал. Сильно падение он на сегодня, конечно же, не показал. То есть в целом постепенно пытается дальше вверх идти. В целом на сегодня все. Если у вас есть какие-либо вопросы, буду рад на них отвечать. Также все мои обзоры есть на YouTube. Ежедневно я их публикую, поэтому если есть желание и возможность, безусловно, смотрите, комментируйте, буду рад с вами общаться. Также дополнительно, если у вас интерес, заходите на страницу, которая есть на TradingView. Я дополнительно ее в комментариях, ну, оставлю на YouTube, да, поэтому если будет желание, смотрите, какие-либо идеи пишите. Вы прямо на TradingView можете мне там отправить мои сообщения. Поэтому, если есть желание, буду рад с вами всеми общаться, обсуждать сделки. На сегодня в целом у нас все. Был рад всех вас на сегодняшний день видеть. Те, кто смотрит нас в записи, также всем привет. На сегодня все. В целом, спасибо за внимание. Хороших вам сделок. Поменьше ловите лосей. На сегодня все. Всего вам доброго. До свидания.